Всем привет, зрители, подписчики канала на YouTube. Итак, привет. У нас сегодня 9 сентября. Время воскресенье, время сейчас а у нас. Сегодня в Людиновый день города. Сегодня в Людиновый день города. Да, всех, кто живет в Людиновый, с праздником. А еще кого сегодня с праздником? Вас. Кого это вас? Родители. Да, сегодня у мамы и папы. Годовщина. Годовщина свадьбы. Что ты так смотришь? Давай-ка кушай. А вы на свадьбу пойдете? На какую свадьбу? У нас годовщина свадьбы с папой. Так, ладно. С утра уже успела Владик прогуляться вместе с Илюшей и с Гердой. Что там? Насвинячил? Поросенок? Поросенок. Ну, естественно. Давайте кушайте. На завтрак у нас омлет. Кто с бутербродом, кто с чем кушает. А нас через неделю. Что у вас через неделю? Праздник. Ну, Брянск. А, 17 сентября, да, у нас в Брянске праздник. Так, все, все. Да, у Илюши. Всем приятного аппетита. Да, всем привет. Вот посмотрите, что у нас происходит дома. Это мама вчера убрала, все помыла, все перемыла. Или что вы делаете, Илья? Перемыла. Сейчас кто-то возьмет веник, будет все опять подметать, все будет опять убирать. Вам там удобно под кроватью? Да, очень нормально даже. Подходи да? Мне кровать. Влад, удобно лежать там? Да. Ну, а я в дудке сижу. Здесь мягенько. Ты где сидишь? В дудке. В дудке? Да. Может быть, в будке, а не в дудке? Оставьте Гердину будку в покое. Нет, это мой. Тебе домик, а не Гердин. Она туда помещается. Ну, вообще замечательно, правда, что? Надо На кого ты похожа? Вся растрепалась. Так, давайте, Владик, вылезайте, все убирайте. Сейчас будем... А что она ест? Меня. Что она ест, Владик? Она палец. Мой палец она ест. Владик. Да клей она ест. Какой клей она ест? Да не это. Что она кушает вообще? Что она там грызет опять у нас? Гердыч, уйди отсюда. Сколько можно все грызть? А у меня есть коктейль. Так, вылезайте оттуда быстро, Владик. Все. Нет. Так, ну что, у нас тут детки навели порядок в комнате. Там только Герда опять на все мусорит, которая пожирает сейчас свою будку. Вот грызет ее. Грызет, просто грызет. А мы с детьми... Илюшенька, садись на место, чтобы я всех видела под глазами. Мам, ты? А мы играем... Вероника, сядь, пожалуйста. Так громко! Так громко, да. Это садитесь на место. Вероника, садись на место не свое. Герда, хватит жрать! Сейчас букву Д свою сожрешь. Да, уже почти сожрала. Почти сожрала, да. Скушала. Все жует и жует, жует и жует, да? Она больше жрала. Так, Вероника, садись на место быстро. Алло, Илюш, на место быстро садись. Мы с детьми, короче, играем в игру. Отгадай за, ну, буквы. То есть учим буквы веселей называется, чтобы нам было. Повторяем буквы. Но Владик у нас... А Владик у нас может отгадать букву? Нет, ну если честно, я вообще что-то не понимаю смысла этой загадки, к чему она, то есть не совсем понятно. Сейчас мы гадаем, отгадываем букву. Буква вид наш отражает, рыцарю смотреть мешает. Хоть не ест, но все жует, воробей ее клюет. О, да это не... Какая буква? Ё! Нет, не ее, мы только что проходили. Мама, ну сдайся. Что, вы сдаетесь все? Да, Вадь, Вадь. Ну не подумай. За сколько ж можно думать уже? Буква, бит, что-то. Наша отражает. Ладно, не забивай голову загадкой, просто подумай, это логично. Буква, вид наш отражает, рыцарю смотреть мешает. Хоть не ест, но все жует, воробей ее клюет. Буква? Б. Ну буква, какая буква, название буквы? Б, Б. Можно это загадки из сети, не знаю, сколько это времени. Б. Это не Б, это не Б. Это не К. Это не К. Садитесь, давайте, это думайте. Давай. Сдаетесь? Да, все сдаю. Садитесь, ну хорошо, пожалуйста. Все сдаю. Все сдаетесь? Да. Вадь, сдаешь? Нет, не О. Отражает. Нет, не отражает. Все, мы сдаемся. Нет. Короче, гадали, 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 так они не отгадали. Это просто,
Это была буква З. З, З, З. Я сказала, Ладь, подумай логически. Ты не понял, потому что, вот, ну, если честно, то как бы, вообще непонятно, почему тут все это, буква З к чему здесь. Но если подумать логически, я тебе сказала, что все буквы идут в алфавитном порядке. Тогда ты внимания не обратил. После Ж какая буква идет? З. Ну? А потом И, потом Е. Мама, на два этапа ест. Пускай ест. Так, садитесь нормально. Давайте дальше. Я. Буква рыбкой стать мечтает. На ветвях зимой сверкает. Бьет... Кто доходает? Я. Бьется стайка над костром и лежит на дне речном. Я. А, это... Котик. Какой котик? Это буква. Как называется буква? Ну ладно, теперь И, да. Теперь, конечно, И, да. Даже ты уже знаешь, что в алфавитном порядке. Но на букву, ну, правильно, ты, мы сейчас отгадывали букву И. Этой буквы мажут раны, часто завтракают мамы. То есть, чем мажут раны? Йодом, да? Мама чем завтракают? Йогуртом. Ну, мама не все, конечно. Так, ладно, давайте. Дальше. Нам еще до конца алфавита очень-очень долго идти. Не прошло и года, как мы сегодня выбрались на улицу. Когда мы снимали, получается, снимали, потом я их положила спать на часочек. Но в итоге у нас Веронику было не уложить, а потом было просто не поднять. Устроила истерику, я хочу спать, я хочу это, я никуда не пойду, я буду дома. И, короче, в итоге мы собирались очень долго и упорно с Ильюшей, с Вероникой. Да, Илюша, Вероника? Да. И мама, только... Потому что у тебя все не, слава богу. Потому джинсы что... у нас не те, кофты у нас не те, мама, обувь у нас... Потому что его размеры не смотрят. Да, конечно. Что да ты что ты говоришь? Что мало. Да ты что ты говоришь? Размеры. Да ты что ты говоришь? Размера у тебя нету. У тебя нормальные джинсы. Просто то, ты их на пупок натягиваешь уже. Ему так неудобно, и так у него не... Все, иди. Нервотрепы. Что одна, что второй. Сереж. Сереж у нас как сегодня... Папа сегодня не здоровался у нас еще. Мы сегодня вообще толком не снимали, потому что положила их спать. Посмотрели Сереже кино. Владик у нас пока погулял. Сделал уроки. И вот только-только выбрались. Поедем на набережную, погуляем. Уроки уже давным-давно сделал. Ну, утром сделал, потом доделал уроки, которые оставались давным-давно. Давным-давно это 2 часа назад? Да. Да, да? Это давным-давно это называется? Угу. Так, все. Идем на остановку. А? Да не должно быть, не знаю. Но оделись мы, кстати, вот как бы осень у нас выдалась прям первые дни сентября просто шикарные. Погода просто радует. Все ходят в шортиках, в маечках. Но сейчас к вечеру все равно вечера-то уже холодные. Днем стояла жара дикая же, а вечера все равно уже прохладные, поэтому сразу одели кофты, чтобы с собой не таскать. А ты кофты делаешь? Нет, конечно, Илья. Ну, конечно, тебе кофту я забыла, естественно. Будете мерзнуть. Потому что я же сказала, с этими джинсами... Подождем, блядь, не будешь. Ну, ладно, не замерзнешь. Что теперь делать? Я хотела Илюше сразу кофточку взять. Ну, и в итоге. Ну, даже из твоих джинс, да. Мама забыла все, что хочешь. Приехали мы в сквер Карла Маркса. Ну, в общем, идем на набережную. Мы по пути решили зайти за пирожным. Деткам, нашим конфеткам. Потому что там их нигде, к сожалению, не купить. Если, надеюсь, они здесь будут. Пришли мы к горке на набережной. И тут у нас уже аквагрим. Все, что хочешь, только деньги подавай. Мальчишки сказали, мам, мы не будем, а маленькая, ну куда же без него. Сидит красотка. Дорого. Ну как дорого? Относительно все дорого. Оставьте 10 рублей. Красотуль! Какая у нас красивая девочка. Запела. Чтобы вы папу нашего потеряли.
Он куда-то пошел за Ильей. И все, я не знаю, куда они пошли. Что-то дозвониться до него не могу. Ля, то ли на горку побежал. Куда? Я вообще понять не могу, куда они делись. Ай? Что ты говоришь? Может, они в фонтан пошли? А, может, пошли посмотрим, если туда, может быть, да. А что, телефон они будут на вибро у него. Вон они. Где? А, вон они. Пошли на встречу. Тут у нас за дружбой начали строить, то что-то роют, короче, какой-то вроде бы сквер собираются строить, насколько мы знаем, насколько мы читали. То есть три сквера практически в одном месте. Ну, конечно, с одной стороны, это бред, просто можно как-то было по-другому, мне кажется, облагородить территорию. Ну, хотя тут тоже можно лавочки поставить, не знаю, но все три. Так, подошли мы обратно к фонтану. Последний, наверное, денёчки работает фонтан, скорее всего. А там, может быть, не знаю, после дня города можно отключить, а может быть и будет дальше работать. А ты на кого похож? Я не на кого. Он пробежался уже около фонтана. Вы поехали? Мы уже в ленте. На набережной особо не поснимаешь, везде музыка, везде просто. Пошлите, все. Пошлите, биби. Доехали до ленты. Что-то купить нам надо. Что-то Сережа хотел здесь. А где вата? И дети хотели. Так? Вероника вату просит. Хочешь дверь взять? Нет, точно, но это с хлором не брать. А, вот это, наверное, не бери. Это с хлоркой, Сережа. Нет, вот с хлоркой. А, или вот с хлоркой. Розовенький, да. Сейчас пойдем твою вату искать. Вату. Идем. Мама, я тебе с орехами взял, мам. Ну, Вероника, пойдем. Да, пошли. Она хочет вату. Пойдем вату искать. Идем выбирать мороженое. Они у меня на набережной просили. Мам, купи мороженое. Я говорю, такую погоду нет. До ленты. И там уже дома будете есть потом. Начинается. Выбирайте. Ты кленовку будешь, что ли? Вероника, ты что там смотришь? Давай как это, кленовку возьмем. Давай. Так, это не то, нет, Илья, это не то. Ты взял. Это не то. Давай. Так, ну что, мы дома. Сейчас будем уже кушать. Владик ушел гулять с собакой. Побежал. И руки хоть немножко. Конечно, сейчас уже темно, но там у нас фонари горят. Здесь на стадионе с Ильюшей вместе пошли выгуливать ее. И наши покупки из ленты. Пеленки 365. Я брала, кстати, не помню, говорила я не говорила про эти пеленки, что мне они очень-очень понравились. Больше всех из того, что мы пробовали для собаки. Красотка наша. Во-первых, если те пеленки, которые я покупала, причем разные, что метровские, что в фикс-прайсе мы брали, еще какие-то я брала пеленки, по-моему, дальше какие-то пеленки брала. Короче, вообще просто раз она пописала, там максимум два, можно было сразу выкидывать, и причем она была насквозь мокрая, пол протекал, даже на пол протекала, то в этих пеленках на пол вообще ничего не протекает, то есть, и, например, если там ночью она там 2-3 раза сходит, то все остается у пеленки. Так. Это у нас... Как они сейчас правильно называются? Даже... Снеки. А? Это снеки. Фрустики. Это у нас дети их... Да, мы когда брали, попробовали, им очень понравились они. И купили, короче, две пачки разных. Разных. Свекла и шпинат. О. Мороженое. Ой, Сереж, убирай мороженое. Все потекло. Убирай мороженое. К морозильнику. Что у нас там дальше? Как я показывала, бреф для туалета. Взяли две упаковки. То есть цена довольно-таки. Моя была на них, я вам показывала. 96 рублей. Рыба красная. Тоже очень вкусная рыбка. Это мы ее уже брали и не раз пробовали, по-моему. Раза два точно брали ее. Нам у нас сейчас в ленте по акции, да?
199 рублей за 200 грамм. Так. Гранола. Упаковка тоже по акции. А? Это что? Это гранола. Гранола, да. Сервелат зернистый. Тоже у нас сейчас в ленте по акции. Он, наверное, везде в лентах по акции. Печенюшки детям юбилейные. Две пачки с ягодами, черники и клюквой. Так. Что у нас там дальше? Должен помогать доставать маме. Это журналы. Журналы. Молоко. Молоко. Сыр. Домик в деревне. Два сыра. Арла Натура. Разные. Один легкий, другой, ну, обычный сливочный. По 180 рублей. Сейчас тоже они в ленте. Соус, который я просто обожаю. Добавляю во многие блюда, в салаты. У нас почти заканчивается, он Санта-Мария. Просто вообще эту фирму обожаю, соусов. Дальше не молоко. Овсяное молоко. Не молоко, да. Овсяное. Ну, овсяное молоко, правильно, дочь. И кошки кошкам. Феликс. Еще, по-моему, дочки тоже. Я уже не дал уже, я так поняла. Так, все покупки в ленте, которые мы сделали, сейчас мы будем... А, ну еще по шоколадке, да, им брала. Мы не нашли вату, как что вообще ваты не было. Да? Ну, только магниты есть там. Ну, наверное, только магниты. Поэтому купили, короче... Шоколадочку. Шоколадки детям. Так, все, убираю, разбираю, сама переодеваюсь. Ну, так думаю, так же жарко, не могу понять. Ну, да. Что я... А что вообще прямо... Холодненькой, да, чтобы с голышком слечь, да? Маме хватит таблеток. Вот, решил нам тут покричать. Ну, как ты умеешь завывать? Да ты что ты говоришь? Это ты о чем там рассказываешь нам? Скажи, пожалуйста, Гердыч. Наш Гердыч. Так, все, на детки по кроватям. Мы немножечко посидели, точнее. Я не стала снимать ужин, потому что очень-очень все быстро готовила. Порезала только рыбки. Сделала крабовый салат. И у нас вчерашняя осталась картошка, то есть ничего такого не готовили, особо не отмечали. Во-первых, завтра в сад, в школу. Во-вторых, то, что, в принципе, такие годовщины мы как-то и не отмечали никогда, то есть так особо, там, чтобы кого-то гостей звать. Хотя сначала была мысль, но мысль была у нас еще вчера, мы думали, но потом... Потом, короче, получилось так, что Диана может только сегодня. И, короче, я говорю, сегодня нет. А, хотели позвать Диану, Сашу. А если бы вчера у вас была годовщина, то так бы нам вчера хоть Диана как-то. Они вчера не могли прийти в любом случае, даже если бы у нас вчера была бы. Они вчера уезжали, поэтому в любом случае не могли прийти. Они к бабушке? Нет, не к бабушке. Ага. Сережа сейчас укладывает Веронику спать. Она у нас тоже сегодня что-то разбушевалась под вечер, потому что днем вообще практически. Я поспала час с чем-то, час там 15, я вообще не могла ее поднять. Я не знаю, ни в какую психами, с бзиками я не хотела подниматься. Мама. Я не выспалась, я не... Мама сейчас попала такое. А? Что? Я ей, наверное, солнце напекло. Не знаю, что я напекло, что она распсиховалась вообще. Расплакалась, я Сережа пошел спать и укладывать. Сейчас поспьет до утра. Так, все, давайте-ка спать, а что тоже уже время поздно. И мама тоже хочет спать, убирает. Мама. Да. Мама, всем. Завтра надо физкультурную форму принести. Она у меня постирана, готова ли? Всем пока, спокойной ночи, не ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал, 77, всем пока. И всех уже с праздником, ну уже скоро же праздник приближается. Это у нас Брянский праздник, день города, Илья. Так, все, лайк уже он тоже везет. Все, всем хорошего настроения, всем пока, увидимся с вами завтра, уже 10-го. Сентября. Уже скоро зима.